Слава Украине, привет им от Полонского. Но расисты столько раз заявляли, что с нашими морскими дронами, наши морские дроны не в состоянии угрожать их великолепным кораблям, их великолепным корытам, что после последних уничтожений двух кораблей в доках, ну это правда не морские дроны сделали, это сделали ракеты, а также уничтожение, ну не уничтожение, а сильного повреждения еще трех кораблей, буквально это все за одну неделю, это уже дронами. Расисты успешно забрали свой недофлот из Севастополя, и знаете, куда его переместили? В калюжу Азовского моря. Ну, с их точки зрения, там безопаснее. Как вы думаете, там безопаснее или нет? С моей точки зрения, произойдет с высокой долей вероятностью произойдет следующее. Я не знаю, какое там у них ПВО, но, судя по всему, у них ПВО придется то ли с Крыма снимать, чтобы охранять вот эти самые калоши, которые перегнали в Азовское море, то ли вообще фиг его знает как это все дело охранять. В любом случае, там очень ограниченное, скажем так, пространство для маневра. Эти корабли можно будет довольно легко отследить. И, кстати, да, а если разобраться с еще один момент, их же можно там навечно оставить, ну, до победы Украины, во всяком случае. Если завалить Крымский мост и закрыть вот этот фарватер, он сейчас все равно не нужен, я имею в виду фарватер из Черного в Азовское море, они все равно используются только фашистами. Вот, мы делаем несколько очень хороших вещей, мы тогда закрываем все порты российские на Азовском море, и вот это все шобло вот этих кораблей старых остается там же, в Азовском море, и будет у них Азовское морское пароходство, было такое, помните, когда-то, вот, будет их такое, да, вот такое судноплавство будет по Азовскому морю, от Таганрога и до Селедки, больше некуда. Куда там еще ходить, да, все, капец. Да, так что вот это, кстати, хорошая идея, почему нет? Еще один момент. Вы же кричали, что вы великие, вы могучие. И что? Удрали с Крыма. А как же Крым? Ваше ПВО, как же вот это все? Крым это Россия. Уже не Россия, да? Как камни с неба, в смысле ракеты с неба посыпались, так гордости поубавилось и дали дёру. Вот вам и все величие, и все могущество. Будете сейчас, похрюкивая там, плавать, как Гэ в Аполлонке в Азовском море. Свобода Украины.